23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми. Вот недавно на одном из телеканалов Украины вышло новое шоу «Маска». Кто-то смотрел? Крутое шоу, крутое. Мы решили сегодня подготовить для вас открытие в стиле шоу «Маска». Именно поэтому наши актеры подготовили сложные костюмы. И вы сейчас выступите в роли звездных экспертов. И вместе со мной попытаетесь отгадать, кто же там прячется под маской. Будет очень сложно. Но вы готовы? Тогда мы начинаем. Итак, маска номер один! Всегда быть в маске. Судьба. Кто? Вика? Никишин? Не, ну что, кто? Подсказку вам дать? Я думаю, что нет смысла. Ведь даже с подсказкой мы никогда в жизни не отгадаем, что под маской у нас Евгений Сморигин. А как вы так быстро догадались? Ну, а как ты хотел, Женя? В зале твои фанаты, они тебя узнали по первым нотам, правильно? А, ну я понял. Хорошо, я сейчас другую маску надену, и хрен вы меня угадаете. Давай, давай, давай. Давайте. А мы продолжаем, и у нас маска номер два. Еще один. Нельзя было что-то пооригинальнее придумать, чтобы мы отгадывали хотя бы пару секунд. Ты смотрел шоу «Маска»? Так что там смотреть-то, ё-моё? Какая-то жаба, сом, козёл и яйцо. Ха! Это, кстати, так моих корешей зовут с гаражного кооператива. Да, или нет, или закусь на третий день рыбалки. Ты что, не понимаешь? Там же под костюмы звезды. Но. Ты хоть одну программу досмотрел до конца? Она когда выходит? В субботу. Вот, а суббота и пятница у меня сокращенный день. Ладно, а что с тобой? Какую песню ты собирался петь? Так, песня, поехали. Значит, Михайлов. Без тебя, без тебя, все как будто ненужным стало без тебя. Без тебя, без тебя, без тебя, без тебя. Тебя. Это типа под смысл «Пиво без водки, деньги на ветер»? Точно! Красавчик, угадал. Саша, ну какая водка? Нас смотрят дети. Слышь, а шоу «Маска»? Там вообще яйцо пело. И что? Тоже мне детское шоу. В жюри члены. На сцене яйцо. Так, Саша, помолчи! Я тебя прошу. Давайте, маска номер три! О, прикольно! О! Вот это уже намного интереснее! Это уже костюм! Ну что ж, уважаемые зрители, давайте вместе с вами сейчас отгадаем. Это директор Укрпочты! Нет, Саша, не мешай. Мы сейчас вместе с залом отгадаем, кто в коробке. Ну, кто, а? Яна? Маруся? Так, кто угадает, тот получит приз. Так. Я тоже хочу угадывать. Женя! Ну, зачем ты это сделал? Что сделал? Ну, мы должны были долго угадывать, кто там. Где? В коробке. А, так я в коробке.
Я угадал! Где мой приз? Сеня, ты вообще смотрел шоу «Маска»? Конечно, я все выпуски видел. Маски в армии, маски в больнице, маски на привозе. И новое, если буду смотреть, с удовольствием буду. А? Господи, да, давайте еще кого-нибудь позовем. Угадайте, кто я? Кто, кто? Женя Смарыгин в дурацком костюме. Да каком, да это, никакой у вас фантазии нет. Я Джо Байден. Ты знаешь, в чем задача? Там нужно угадать, кто под маской. Егор, я из Беларуси. Если там попытаешься узнать, кто под маской, можно 2 года за это с лопатой. И... Вот, опа, только сказал, они уже здесь. Здравствуйте, ребята. Здорово, Егор. Ты как просил, мы в масках. Егор, спасибо большое за идею. В этих масках мы очень быстро пересекли границу. Ребят, по-моему, я просил вас прийти в красивых масках, как в оригинальном шоу. А-а-а, как знал, как знал. Где девочки? Единственная надежда этого шоу. О! Вот они! Привет! Огонь! Что это на вас за фигня? Ну это же маски! У меня патчевая маска, у Маруси глиняная, а у Викуси огуречная. Задача была, чтобы непонятно было, кто под маской. А что, так понятно? Блин, вообще очень сложно отгадать, что это Яна, Маруся и Вика. Вообще-то, под этими масками скрывается богиня Афродита, а с Викой ты угадал. Закусь! А вообще, я должна была быть в сексуальном костюме Хрюши. Сексуальной Хрюши? Это моя эротическая фантазия. Да, но его кто-то украл. Пока! Давай, дуй отсюда! Что? Ты что, реально хотела в этом выйти? Ну там было еще платьюшко! Жень, ты если воруешь костюм, так воруй полностью! Свинья! Вот! Единственный, кто понял условия задания! Вот это уже костюм, вот это я уже понимаю! Отлично! Так, интересно, кто у нас под ним? Димон! Отличный костюм! Саша, что? Спасибо! Вообще-то мы должны были вместе с залом отгадать. Так а что тут отгадывать? 8 актеров на сцене. Смарыгин в женском туалете переодевается. Получается, кто? Дима Танкович! Дима? Ребят! Фу, простите! Простите, опоздал. Егор, извини, я ни хрена не успел маску купить, я прям с работы. Вот, держите, ребят, хот-доги на Лесной. О, наш постоянный клиент Юля, привет, хот-доги на Лесной. Юля? Здрасте. А, точно, я ж совсем забыл. У нас теперь есть Юля, наша новая актриса Юля Уотрут. Юля... Один вопрос. Что за странный выбор костюма? А я не выбирала. У меня просто райончик стрёмный. Я так вечером домой хожу. А, красиво. Угадайте, кто я? Привет! Так, а ну иди сюда. Пиво и хот-дог. Шаг вперед. Это же комбо за 59 гривен. Нет, ребятушки, в таком виде мы совершенно не похожи на шоу «Маска». А зачем нам быть на кого-то похожим вообще, а? Мы же так, самое лучшее шоу Украины, правда? Самонадеянно.
Действительно, зачем нам кого-то пародировать, если у нас есть свое хорошее? Задорное! Смешное! Семейное! Оригинальное! Сексуальное! Любимое! Музыкально-танцевальное! Украинское! Народное! Международное! Наше! Дизель-шоу! Далее я хотел бы поговорить о модном приложении для знакомств Тиндере. У обычных пар секс случается на третьем свидании по статистике, а у пары, которая познакомилась в Тиндере, свидание происходит только после третьего секса. Ну а самые забавные истории случаются, когда в этом приложении пытаются зарегистрироваться люди постарше. Давайте посмотрим. Здорово, Женька. О, здрасте, Сереж. Че, опять в стрелялки играешь или в футбол? Нет, взламываю сайт Пентагона. Ух ты, дай глянуть. Да я пошутил. Небось, баб голых опять смотришь. Я этим не интересуюсь. А надо бы интересоваться. Тебе по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит. Не то, что дядь Сережа. Дядь Сереж, вы сюда лекцию пришли читать? Мне пап с мамой хватает. Да какие лекции? Мне, понимаешь, твоя соседская помощь нужна как какашника. Как айтишника? О, точно, вот айтишник. Все время путаю эти слова, понимаешь. Поможешь мне с киндером? С киндером? Так у вас же вроде нет детей. А, я понял. Вас зарегистрировать на программу ЭКО? О, точно, вот это, на эту программу, вот это, как это называется, Швондер? Нет, Зиндер, Пиндер. Может, Тиндер? Точно. Так Тиндер — это молодежная программа для знакомств. Да. Там влюбленные сердца находят свою вторую половинку. Вот мне бы сразу две половинки одного целого найти прямо. Не буду я вас регистрировать. Я вас уже вон в Вайбере зарегистрировал. Достаточно, что вы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками. Если бы я каждый посылал отдельную фотографию, то пока бы поздравил, можно было уже с Пасхой все поздравлять начинать. Зачем вам Тиндер? Понимаешь, с бабой я развелся. Да, ладно. Я теперь ведь как тополь на плющихе, один, одинокий. Подождите, я вас в прошлом году зарегистрировал в Одноклассниках. Найдите себе там кого-то. Зарегистрировал. А нафига ты мою жену туда же зарегистрировал? Поэтому в Одноклассники мне теперь нельзя. У меня травма. Да, это зашквар. Вот. С зашкварками, сковородкой и все случилось прям. Травма. Нельзя. Ладно, давайте зарегистрирую. Давайте телефон. Телефон? Да, держи. Дядь Сереж, я не смогу вам Тиндер поставить на кнопочный телефон. У меня домашний еще есть с роликом. Дайте его. Дядь Сереж, Тиндер нужно поставить только на смартфон. О, понимаешь, с ним такая непонятка вышла. Что, опять разбили, да? Разбил. Опять случайно зашли на сомнительный сайт? Не случайно зашел. С конкретной целью. Из-за нее с женой и случилось. Теперь я один. Как тополь на плющ. Ладно, давайте, не расстраивайтесь. Вы же понимаете, я могу зарегистрировать вас, поставить вам Тиндер только на смартфон. А вот... Так это мой смартфон. Значит, как дядь Сережа выручать тебе, так мы забыли, да? Когда если бы это? Я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял, что бы сейчас было? Что бы было? Вы его себе забрали позырить. Я ж на опережение. Если батька его нашел, сейчас бы он его разглядывал. Ладно, давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне. Давай, давай, давай. Так, открываем Тиндер. Давай. Для начала нужно пройти анкетирование. Ага, давай. Итак, пол мужской. Мужской. Имя? Серега, пиши. Просто Серега? Просто Серега. Не Серджио? Не Серджанто? Нет. Не Святый Сергий. О! Ну нет. Просто Серега.
Прости. На вас это не похоже. Давай. Так, хорошо, дальше. Нужна фотография. О, фотографии есть. Сейчас тебе фотографии, вот, посмотри. Зачем вы мне фотографии голых теток тут показываете? Чтобы было понятно, какие бабы мне нравятся. Круг знакомства, кстати, обкружить, да. Да нужна ваша фотография в Тиндере, чтобы женщины ее увидели. Ну, мы же в Одноклассники закачивали, вот выбери любую. А, открывай. Ну, да. О, вот. Видишь, вот я в «Жигулях». Вот я в «Жигулях» в гараже. Вот я под «Жигулями». Вот я «Жигули» продал, а вот мне через 2 дня вернули их. Да, Сереж, а у вас нет фотографий без «Жигулей»? Без «Жигулей»? Ну, это вообще-то не модно. Не модно «Жигули»? Да. Представьте, поймите, фотография на главной страничке — это как ваша визитная карточка. Нужно сразу с козыря заходить. С козыря? Да не с этого козыря. Вы что, забыли, что вас из этого козыря в Инстаграме заблокировали? Представляете, сколько женщин вы оскорбили. Значит, когда им выкладывать эти срамные фотки, это нормально. А когда я показал свою реакцию на их фотки... Оскорбление. Вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все. Я устал лайкать. Я хочу чпокнуть хоть кого-нибудь. Ладно, давайте я вас сфотографирую сам. Фотографируешь? Да. Так, давай. Встаньте в полный рост. Да. Сделаем какую-нибудь красивенькую фото... Что вы сделали? Что, еще рубашку заправить? Не надо, это не модно. Ну... Как-то ниже спустите, что ли, чтобы красивее было. Вы зачем вы штаны сняли? Вот так вот. Давайте еще разочек. Красивенькую фотографию, только добавьте больше секса. Оденьте штаны, зачем вы их сняли опять? Тебя не поймешь! Снимите штаны, оденьте штаны! Вот поэтому у тебя с бабами-то и не ладится. Ладно, давайте без штанов. В смысле, штаны не трогайте. Просто фотографирую ваше лицо. Сделайте умное лицо какое-нибудь. Дядь Сереж, у вас такое лицо, как будто в комнате воняет, а вы делаете вид, что это к вам не относится. Я всегда так делаю, чтобы на меня не подумали. Давайте тогда другое лицо, не такое умное. Сделайте такое лицо чемпиона, победителя. Такого, девушки любят победителей. Да нет, дядя Сережа, сейчас такое ощущение, что в комнате воняет, и вы этим гордитесь. Ладно, давайте я из одноклассников вырежу вашу фотографию. Меня из одноклассников вырежешь? Ну, обрежу, да, там. Обрежу? Ну, не вас обрежу, в смысле, а «Жигуль» ваш этот обрежу. А. Жигуль, обрезай! Козырь не трогай. Ну что вы к этому козырю прицепились? Надо указать ваше достоинство какое-то. В сантиметрах? В долларах. А, в долларах. Напиши, что у меня гараж с ямой. Гараж с ямой? Да кому нужен ваш гараж с ямой? Напиши, что я начитанный. О, а вот это хорошо. Девушки любят интеллектуалов. Да, я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха. И на вкус тоже. Я даже знаю, где вы их читали. Так, вроде все. Осталось указать зону. Я вообще скрывал этот момент, конечно. Пиши под Челябинском общего режима. Я, честно говоря, не про эту зону говорил. А. Какой вы предпочитаете радиус? Радиус не знаю, но объем такой нормальный. Троечка твердая, люблю. Да какая троечка? Нужно указать радиус зоны поиска. Где искать вам девушку, женщину вашу? Кооперативный гараж. Боюсь, что там ни одной не найдется. А на СТО? Тоже вряд ли. А что делать? Давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру. Да? Давай лучше от гаража до СТО. Хорошо, укажу наш район. Только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда. И Костеляншу
Хотя нет, костелянша не вычеркиваю. Я когда пьяненький, она вроде ничего. Ладно. Да. Так. Все, поздравляю, я вас зарегистрировал. Вот и девушки начали появляться. Девушки, вот, смотрите. Ох, ох, нифига себе! Вот. Ох, а цены есть? Какие цены? Это сайт знакомств. А, сайт знакомств? Да, много. Видите как? Да, вижу, да. Ух ты, вот это классное! Вот, видишь? Ставь ей пятерку. Это ж не одноклассники. Тут лайки надо ставить, как в Инстаграме. Вот, смотрите, Анечка. Да. Вот, Анечка, как вам? Ничего такая, классная. Лайкать? Да. Давай, лайкай. Так, Анечка пишет, что любит удивлять мужчин. Тогда сразу нет. Почему? Да у нее, небось, три сиськи и стеклянный глаз. Так почему это? А чем она еще меня удивить может, я не знаю. Ладно, хорошо, вот еще тут есть Вероника. Так. Пишет, что любит клубничку. Сразу нет. Почему? Дорого. Сейчас у клубники не сезон, пусть летом звонит. Она любит сексуальную клубничку. Да хоть сексуальную, хоть ремонтантную. Пускай в июне звонит, там будет дешевле. Что еще? Вот Лиза, смотрите. Ага. Лиза пишет, что ищет папика. Батю потеряла. Это ей в передачу «Жди меня». Она думает, что папка здесь, в Тиндере, да? Нет. Она, как вам сказать, ну, спонсора ищет. Спортсменка? Музыкант? Чего ты ржешь, я не понимаю. Ну, скажи нормально. Да она, ну, как вам сказать, она согласна на секс за деньги. Ух ты! Сколько хочет? Это они не пишут, это надо в личке писать. Предложи, согласна за 100? Ну, думаю, да. Гривен? По-любому нет. Тогда надо ждать зарплату. Сейчас с баблом тяжело. Так, ладно. Хорошо, идем дальше. Да. Вот Лиза, как вам, нравится? О, Лиза классная, да. Лайкать? Ну ладно, ставь тогда, давай. Так, хорошо. А вот еще Ира, смотрите. Ирка-то красивее Лиски. Давай у Лиски лайк возьмем, у Ирки поставим. Тут можно сколько угодно женщин лайкать. Да? Да. И то есть, если я и то и поставлю, они друг про друга не узнают? Нет. Охренеть. Вот бы и в жизни так. Да, о, кстати, вот вас Лиза, кстати, лайкнула. Так что можете ей что-нибудь написать. Прям написать? Да, пишите ей что-нибудь. Отвернись, я пообщаюсь с ней. Можно тебя трах... Где у тебя хэ здесь, я не понимаю, а? Что там пишете такое? Вы что, не понимаете, что она вас за это может забанить? Забанить? Это же в баню, что ли, позвать? Я согласен, баню. Ну, нет, она вас, ну, может заблокировать. Ну? За флуд. За что? Ну, флуд. Да нет у меня никакого флуда. Ну, был год назад, но я вылечил. У меня справка есть. У нее самой-то есть справка хоть? Да нету тут справок, это сайт знакомств, какие справки? Вот, сделали же, хрен знает какую программу. Заразиться можно чем угодно, подхватить, чтоб даже... Сами выбирайте тогда, что вам там нравится. Давай. О, классная, лайк. О, лайк. О, лайк. О, мамка твоя. Чего? Да шучу, шучу я. О, наша костелянша. Баб Маня. Лайк. Ух ты! Моя Гримза здесь тоже. Жена бывшая? Ага. Капец! Спросит, что я там делал, что ответить, что придумать, что. Слушай, а тут друга найти можно? В смысле друга? Ну, типа я на рыбалку хотел уехать на неделю, сбежать, а? Порыбачить. Нет, тут такого нет. Разве что я вас с женщиной зарегистрирую. Не, женщины не надо. Мужики ржать будут надо мной. Так. О! Смотри, какая. Вот это то, что надо. Какая-то она страшненькая. Да ты не туда смотришь. Жигули, смотри, какие. Класс вообще. Это же Наташка. Наташка, с которой я еще с училища. Господи. Так что, посмотри. Лайкнуть ее, может? Да зачем ее лайкнуть? У меня ее телефон есть, я позвоню. Далеко она? Ну-ка, проверь.
Полтора километра отсюда. Отлично, я знаю, там ее бабка живет. Я поеду туда к ней прям на «Жигулях» завалю. У нас же с ней «Жигулях» все и началось, ты знаешь? Вот она обрадуется, а я красавцем на «Жигулях» заеду. Главное, ты моей Грымзе не говори только, понятно, где я? Все, отлично. Женечка, дядь Сережа к тебе случайно не заходил? Я так и знала. Я, главное, в квартире интернет отключила. Так ты к соседу пошел, да? А что ты, главное, сама-то в этом пиндере зарегистрировалась? Я еще в этом ТикТоке зарегистрировалась, что все баб твоих пасти. Подождите, подождите, ну вы же вроде развелись, разъехались. Мы еще и развелись! Женя, удаляй его отовсюду, удаляй! А ну, иди сюда, скотина! Иди сюда, я тебя сейчас дам, развелись, а! Хотим затронуть еще одну очень важную и интересную тему. Чтобы муж не отворачивался после секса к стенке, жена поставила туда фотографию мамы. Да, будем откровенными, со временем семейная супружеская жизнь, она вот иногда превращается в некую рутину. И мы порой пытаемся это исправить, добавить в нее новых красок, разнообразие, в том числе жизнь и сексуальную. И вот один мужчина случайно перепутал и подарил подарок не жене, а теще. Подарок из интимного магазина. Такого вкусного борща он еще не ел никогда в жизни. Ну, а с другой стороны, и одна жена решила попробовать разнообразить сексуальную жизнь и купила плетку. На секс это никак не повлияло, но зато теперь муж выносит мусор, моет посуду и убирает в квартире по первому хыт-щ. Ну, а как еще можно разнообразить семейную жизнь, мы с вами увидим в нашем следующем номере. Под ваши аплодисменты. Женечка, Женечка, радость моя, ты где? Где мои золотые ручки? Там посуду надо кое-кому помыть. Женя, место! Вика, я тут за диваном спрятался. Ах, за диваном? Ну, понятно, значит, чувствуешь свою вину. Какую вину? За что? Ну, ты же елку выбросил. Ну, это же нормально и хорошо. Уже весна. Женечка, нормально и хорошо, если бы ты вначале разобрал ее от игрушек, а потом выбросил. Понимаешь? А не вместе с игрушками выбросил. А еще лучше, если бы елочка была не искусственная. Ой, извини, я не подумал. Женечка, ты никогда не думаешь. Давай, вылазь. Не бойся, не буду я тебя бить. Хотя очень хочется. Вика, я здесь не поэтому. Помнишь, ты говорила, что хочешь разнообразить нашу сексуальную жизнь? Ну, для разнообразия хотелось бы хотя бы ее увеличить. Хотя бы до 5 минут дотянуть. Помнишь, говорила ты, что хочешь, чтобы я был более мужественным и более жестким? Ну, говорила, и что? Так вот, сегодня у тебя будет... самый жесткий секс с самым жестким мужчиной. Жень, ты где вот это вот взял? Правда жесткий? А? Очень. Яблочка не хватает. На спину положите и вылитый ежик. Молчи, женщина, сейчас ты будешь исполнять все мои желания. А-ха-ха! Больно. Я так и знала, что вот этим все и закончится. Давай пожалею. Ой. У собачки боли, у кошечки боли, а у ежика не боли. Вика, ну что? Я тебе... Это кто там? Откуда я знаю? Наверное, соседи добрые принесли елку. Ладно, я открою. Да, Женя! Прячься за диван. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Алексеевна. Вы чего? Что-то
Что-то в школе случилось? Виктория Сергеевна, я уже 3 года классная руководительница вашего Лёшки. Но сегодня... Ой, что ж за день-то сегодня такой? Мы на изобразительном искусстве просто рисовали ёжика. Ёжика? Какое совпадение. И вот одноклассник, он просто пошутил над рисунком Алёши. А тот как накинулся на него с кулаками. Я не понимаю, откуда? Откуда в ребёнке столько агрессии? Да я и сама не понимаю. Вы присаживайтесь, проходите. Я хотела бы поговорить с отцом Алёши. Он дома? Да. То есть нет. Ну как бы... Пошел в туалете. Вот. Я подожду, хорошо. А давайте со мной поговорите. Ну, я же все-таки мать. Понимаете, просто мальчики в таком возрасте пытаются подражать своим отцам. Да, да. И вот я хотела бы узнать, может быть, ваш папа проявляет по отношению к кому-либо агрессию? Кто, Женя? Да вы что, какая там агрессия? Да он добродушный человек. Он вот такой добрый, милый, вот как ежик. Он даже из блюдца любит молочко лакать. А-а-а. Виктория Сергеевна, признайтесь мне, может быть, он порол Алёшку? Да ну что вы, ни Алёшку, ни меня. Ой, кто здесь? Да это я. Я чихнула, простудилась недавно, и вот... Нет, ну я явно слышу, что кто-то есть за диваном. Нет, вам показалось. Ой, это... Маргарита Ой. Алексеевна, здрасте. Кто это? Я папа Лёш. Ой. А вы еще говорите, никто никого не порол. Нет, Маргарита Алексеевна. Женя, ну бери это просто шутка. Шутка у нас, понимаете? Юмор острый. Так. Одну секундочку, я сейчас приготовлю чай, и мы сядем. Все обговорим, обсудим. Да. Маргарита Алексеевна, вы поймите. Если что, я все слышал. Я с Лешей могу поговорить, если что, и наказать. Я вижу, можете. Вы неправильно помните. Ай, все, ну, пожалуйста, давайте присядем. Скажите, присядем. Вы что, и при ребенке в таком виде ходите? Нет, вы что, это шутка просто. А, шутка. Да, ага. Я просто... Зятёк, а ты чего не встречаешь любимую тёщу? А что здесь происходит? Надежда Ивановна, я все объясню. Слышь, ты... Дикобраз недоделанный. Ты что, моей Викусе изменяешь? Мама, успокойтесь. Какая я тебе мама? Ты кактус с ножками. А тебе, лохудры, я сейчас все волосы выдеру, чтобы знала, как с женатыми мужиками развлекаться. И я вообще-то учительница. Учительница? А? Вижу, чему ты его можешь научить. А? Ну, иди сюда. Спасите. Иди сюда. Да что? Вика. Ах, заткнись, глист латексный. Сейчас я с ней разберусь. А ну, иди сюда. Что ты делаешь? Что? Вика, я жизнь твою семейную спасаю! Да, нет, ты неправильно все поняла. Это Маргарита Алексеевна, она учительница нашего Лёши. Ага. А он с ней так за шторы расплачивается, да? Мамулечка, нет. Маргарита Алексеевна пришла просто поговорить о Лёше. Просто. Об Лёше. А просто поговорить? Простите, неувязочка вышла. Простите, Маргарита Алексеевна. Так, Виктория Сергеевна, зато я поняла, откуда в ребенке столько агрессии. Давайте я ухожу. Проведу. Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Ой. Женя, мама! Что, Женя? Ну, Женя, ну что ж ты мне сразу все не рассказал-то, ну? Ну, вы мне даже слова сказать не дали. А что это ты... В костюм ёршика вырядился. Канализация засорилась, да? Это не ёршик, это ёр... Короче, это не ваше дело, а наше личное с
Викой. А, ну хорошо. Я прошу прощения, ты уж меня извини. Слышь, сосед, я, дай дрелью попользоваться. Просто я прошу прощения. Я очень прошу прощения. Я виновата, прям виновата очень-очень. Не, конечно, ты говорил, что у тебя интересные отношения с тещей. Ну, может так. Я все объясню. Да я понял. Решил все-таки приручить дракона, да? Я понял. Воспользовался все-таки моим советом, да, что с тещей надо пожестче. Саша, пожестче здесь ни при чем. Это все... Ладно, все, это не мое дело. Делайте, что хотите, конечно. Слышь, но ты! Но вы, когда вот это все закончите, плеточку можно будет мне? Я со своей хочу тещей попробовать. Алкаш, ты недобитый! Да я тебя сейчас этой пле... Ой! Надежда Ивановна, что с вами? Мамочка, что с тобой? Доченька, сердце прихватило из-за этого козла. Он козел, я ежик. Мамулечка, идем. Идем, я тебе корвалольчика накапаю. Спасибо, и тебе станет легче. Женя, сними ты этот долбанный костюм. Ты снимуешь? Как? Ой, доченька, единственный раз в жизни решил удивить как-то жену. Здесь такое, Саня, блин, помоги снять этот костюм. А, ну, конечно. Он, кажется, прилип. Вопросов нет, блин. Сейчас, секунду. Давай, давай тут, сзади вниз там. Вниз же надо, вниз тянуть, да? Сзади вниз, там. Вниз, вот так. Да. Нет, вот так. Давай, вот так. Давай, ну. Нет, слушай, Жека, так не пойдет, надо вазелином смазать. Ну, что там? Извините, у вас было открыто, но я, наверное, не вовремя. Вы кто? Я из социальной службы хотел провести соцопрос. Если вдруг в этом году будут проходить выборы, за кого вы будете голосовать? Но я вижу, вам не до этого. Подождите, мы сейчас все объясним. Вы ничего не надо объяснять. Я просто напишу, что вы проголосуете за радикальную партию. И скучного вечера. Капец, а? Ну сейчас весь дом будет знать. Что ты не традиционной ориентации. Хуже, что я за радикальную партию. Да что ж за дом, а? Так, Женя! Что? Не открывай, я открою, на твой костюм уже все насмотрелись. Капец. Ну что там? Квитанция пришла. Сколько? 4000 гривен за однокомнатную квартиру за месяц за отопление? Значит так, Женя. Костюм не снимаешь? Берешь плетку, идем в Кабмин, устроим им БДСМ-вечеринку! Я с вами, все. Во время онлайн-урока родители наконец-то увидели у учительницы дома шторы, на которые сдавали деньги последние 5 лет. И еще одно наблюдение. Если просто подчитывать литературу каждый раз, когда посещаете туалет, можно получить лучшее образование, чем в любом вузе страны. Кто-то столкнулся с образованием. Если с нашим образованием и дальше так пойдет, то очень скоро мы сможем увидеть вот такую картину. Добрый день. До эфира осталось совсем немного времени. Да, давайте. Так, ну что, вы готовы? Yes, of course. Да, я тоже Хорошо. Практически готов. Мне нужно еще буквально 30 минут, и я буду готов. 30 минут у нас нет, у нас есть секунд 15. А послушайте, я считаю непрофессионально выходить в прямой эфир неподготовленным, поэтому все-таки мне нужно буквально 30 минут, если можно, буквально. Дело в том, что эфир все-таки состоится, он скоро начнется. Я, кажется, монографию забыл на кафедре. А, стойте, пожалуйста, вернитесь, присядьте. Так, может, я закачаю там? Какая вам инфа нужна? Вот, пожалуйста, новое поколение, лишь бы что-то закачать, подкачать, откачать. Ну, это кошмар. Просто никакого образования, понимаете, никакого Внимание, понимания. Внимание, эфира 5, 4, 3, 2, 1, эфир. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале. Сегодня мы с вами вместе обсудим вопросы, связанные с проблемами образования.
Итак, в нашей студии профессор гуманитарных наук, доцент, представитель Министерства образования. Да-да-да. А Альберт Карлович Непачеленко-Данилевич. Вы знаете, не совсем правильно вы сделали, ударили. Правильно говорить не Чапаленко-Данилевич, пожалуйста. А не Чапаленко, да не... Не Чапаленко-Данилевич, попробуйте еще раз. Не Почапаленко-Данилевич. Нет, там у меня ударение и на Е, попробуйте еще раз. На И, на Е. На... Не Чапаленко-Данилевич. А зачем вы на Д делаете ударение? Попробуйте и на Е, пожалуйста. Не Чапаленко... Все, неважно, я понял, уже ничего не получится, потому что, знаете, вот современное образование никому не надо, а вы даже уже буквы не можете выговаривать. Ну, понятно, куда катится... Вы рили кульного олда по фану чекнули. Полный фрики андеграунд. А я сейчас не понял, это он кашлял или чревовещал? Или, может, это у нас международная встреча, и вот это вдруг неожиданно что-то нарисовался человек на странном языке, говоря, ужас какой-то. Да. А, давайте я вас познакомлю. Справа от меня известный блогер, контент-мейкер, стример и тиктокер Ди. Ди? Просто Ди? Или тут, может, что-то не дописали? Дима, может? Нет-нет, Ди — это мой никнейм. А вы знаете, это мне, квикспик. Мне кажется, нужно просто добавить Билл. Вот, понимаете? Билл, все. И будет все сразу понятно, ярко, интересно. Итак, давайте начнем. Начнем мы с самого главного вопроса — онлайн-образование. Хорошо это или плохо? Давайте я начну, вот если вы не просите, потому что это буквально коротко. У меня буквально 40 минут подготовлена речь небольшая. Я предлагаю начать с самого начала, вот главного. Понимаете, тут простым ответом не ограничишься, как мне кажется. Здесь важно провести, собрать консилиум, провести как бы такое собрание, преподавательский состав, учесть статистику, обязательно учесть аналитику, провести исследование, получить соответствующие выводы и по ним делать уже высказывания на этот счет, понимаете? Вот. Да, потому что нельзя говорить вот так, знаете, огульно, что все у нас плохо. Хотя в то же время нельзя говорить, что у нас все хорошо. Мы на кафедре хотели обсудить этот вопрос, но ввели карантин, и мы не смогли собраться. Понятно. Да. Но вы знаете, в то же время, последние исследования на эту тему проводились с Министерством образования еще до того, как появилось Министерство образования. Поэтому что-то их научных данных у нас нет. А вы закончили? Да, я закончил Киевский национальный университет в 1983 году. По специальности... Я имею в виду про онлайн-образование. А нет, я еще даже не начинал, ну что вы. Вот, вы знаете, моя специальность была автоматические системы управления. Это очень интересная была диссертация. Кстати, слушайте, совершенно случайно я взял ее с собой. Здесь буквально 2000 страниц. Давайте позже мы вернемся к вашей диссертации. Ди, этот вопрос к вам. Репитните, плиз, а то эти мантры меня унесли в нирвану. Извините, что сделать? Квешн повторите. А, квешн. Квешн такой. Онлайн-образование, хорошо это или плохо? О, онлайн-эдюкейшн — это хайп. Это фьючер, это лайк. А скажите, а чем он издает эти звуки? Что? Не, ну правда, безумно интересно. Просто я, правда, не понимаю. У нас на кафедре у моей хорошей знакомой Галины Кондратьевны, вот, у нее был кот. Да? И вы знаете, один раз вечером мы увидели, как кот начал издавать тут похожие звуки. Мы думаем, ну все, кирдык пушистому. А потом, посмотрим, нет, оказалось, что он съел шерстяной свитер Галины Кондратьевны, и потом как бы насобирался комок у него такой, и кот выплюнул. Он выкашлял вот этот вот комок шерстяной. Закончили? Да, я же вам говорил, я закончил Киевский университет. Так, вот, по специальности, кстати, мне прекрасная была специальность. Вот, о, слушайте, у меня с собой есть дипломы, я все их хорошо, взял. Хорошо, хорошо, я поняла. Давайте перейдем тогда ко второму вопросу, который звучит так. Какие проблемы вы видите в современном образовании? Давайте я буквально коротенько, на 40 минут. Смотрите, я готовился к этому вопросу. Вот, если вы меня не будете перебивать, я вам очень подробно обо всем расскажу. Даже с графиками. Вот. Проблема с наукой началась еще в 93-м году, когда я пришел только на кафедру и познакомился с Галиной Кондратьевной. Царство небесное, хотя она до сих пор жива. Вот. Вы знаете, что интересно? Ну, просто безумно яркая женщина. Вот. Прикинь, такая, я хотел начать, но с более все-таки ранних времен, я хотел бы начать с времен Хрущева. Как вам такая ситуация? Хотя нет, давайте рассматривать еще более ранний период. Начнем с Киевской Руси, с Владимира Ясносолнышко. Помню, мы вместе с ним встречались, мы вели беседу, он такой яркий человек. Вы не представляете просто. Кстати, я закрутил совершенно случайно монографию на древнеславянском языке. Вот она. Вы можете полистать, здесь нифига не понятно, но вам очень понравится. Вы знаете, если нашим телезрителям будет интересно, они найдут эту монографию и сами все прочтут. Где? В Гугле.
Вот вы знаете, вот мое поколение гораздо больше интересные рифмы находило на слово «где». А Галина Кондратьевна еще и показывала. Ди, этот же вопрос к вам. Какой вопрос? Какой вопрос? Ой, я уже и сама забыла, какой вопрос. Так, одну секунду. Какие проблемы вы видите в современном образовании? Да, ну, no problem. Ну, вы же так интересно начали. Ну, говорите еще что-нибудь. Я просто больше не хочу к Галине Кондратьевне. Окей. Modern education — это cool. Это фьючер, это креатив. Ты кейсишь, юзаешь, никаких челленджей, все all right. Спасибо за ответ. А вы знаете, я, кажется, понял. Это генератор случайных звуков, да? И послушайте, я могу реплику, вот я буквально коротко, 20 минут уложусь. Смотрите, вот в моей диссертации на странице 216 есть очень четкая ссылка на странице 510, где указан параграф, в котором описано. Смотрите, очень интересно, большие объемы информации не могут усваиваться индивидуумом без полного осознания глубины изучаемого объекта. А если мы с вами копнем глубже, а мы хотим копнуть, потому что там будет что? Во-первых, интересно, во-вторых, там будет Галина Кондратьевна. Не надо копать! Ди, расскажите, а где вы получили образование? Ну, я не закончил. Я еще на первом курсе понял, что это бесперспективняк. Ха! Неуч! Ужас, пустышка. Вот смотрите, я сейчас найду данные, и вы все поймете. Вот как можно огульно вот так заявлять, что нет проблем? У меня статистика, правда. У меня аналитика. Я 40 лет на кафедре. Я с Галиной Кондратьевной знаком. Пусть земля и будет пухом, конечно, с Галиной Кондратьевной. Она на самом деле жива. Она просто на даче сейчас копает картошку. Я хочу, чтобы любимой женщине было легче, чтобы земля была более рыхлой. Давайте я вам помогу сформулировать. Вы не поможете мне сформулировать. Тут только Галина Кондратьевна могла бы помочь. Вот. И она бы была сегодня здесь, но она на даче, и вместо нее вот какой-то хмырь. Так, остановились. Поехали. Проблемы с финансированием есть? Когда вы говорите про финансирование, нужно показывать другой палец. Это очень важный момент. Вот. Но на самом деле вы молодец. Я выдержку зачитаю. Здесь буквально 30 минут. 30 минут и не перебивайте. У нас вся программа 20 минут, а 10 минут уже прошло. Слушайте, какие 20 минут? Ну вы сами подумайте, у людей карантин сейчас, им все равно нечего делать. Здесь не послушают умного человека, сделают какие-то выводы. Может быть, начнут переписывать мою диссертацию, законспектировать. А заодно изучат историю университета, который, в отличие от некоторых, закончил в 1983 году. И до сих пор там преподаю с Галиной Кондратьевной, которая сейчас в гробу перевернулась. Ну, имеется в виду, гробу — это аббревиатура британский университет. Так, давайте коротко и по сути. Давайте, конечно, смотрите. Проблемы с финансированием есть? Есть. Так. Я получаю ставку 3000 гривен, да, чтобы вы понимали. 75 гривен за старший, 8,20 за степень. У нас на кафедре 4 доцента, 18 научных сотрудников, 8 докторов наук, а государство нам ни копейки не дает. Нам диссертации, чтобы вы понимали, не на чем писать. А у нас один карандаш на всех, вот, вот. Хорошо, сейчас карантин, поэтому карандаш у меня. А расскажите, а сколько денег вы тратите на образование? Zero. Только интернет. Ну и еще копейки на вебинары. Ну, послушайте, это какая-то профанация, правда. А сколько вы при этом зарабатываете, если не секрет? Ой, вы так рассмешили меня. Сколько он может зарабатывать? Сколько сейчас можно заработать глупостью? Zero. Да. Ну, 10-12 долларов. Ну, это не everyday, не everyday. Это в неделю, может быть, за уикенд поднять могу. Это бюджет всей нашей кафедры за весь 21 век. Еще со времен Хрущева. Да, я скажу больше, это прямо с Киевской Руси. Весь наш бюджет. Владимир Ясный Солнышко. Сейчас. Смотрите, спросите у него, сколько у него с этих денег забирает профсоюз. Спросите. Я боюсь, он не знает этого слова. Ну, смотрите, я сейчас писал диссертацию, я сейчас буквально все посчитаю. Дайте мне одну секунду. Прошу прощения, у меня карандаш сломался. У вас точилка есть? Нет. Я зубами заточу, как меня учила Галина Кондратьевна.
карантин повлиял как-то на ваши доходы? Нет, абсолютно. Наоборот, повысился спрос на диджитал. На онлайн education, на лендинги, стриминги, онлайн краудфандинги, все тикток. Заткнись! Альберт Карлович, держите себя в руках. Ну вы же видите в мое состояние, он его усугубляет. Послушайте, можно я ему тубусом перетяну? Так, давайте чуть попозже. Альберт Карлович, вы же там что-то считали. Да, я считал, послушайте, да, я посчитал. Почему вы посчитали? На эти деньги, что он сказал, можно содержать 24 доцента, 8 докторов, 5 профессоров, 214 лаборантов. Вы понимаете, но сейчас карантин, часы уменьшились, так что эти цифры смело можно умножать на 17. Ты как... падла. Альберт Карлович, скажите, а сколько нужно выделить денег, чтобы в университетах готовить вот таких специалистов? Я вот так быстро не отвечу. Понимаете, тут нужно собрать консилиум, провести анализ, архивы, потом разбираться в недостатках и вариантах исправления проблемы, только потом, ссылаясь на исследование и голосование, можно будет оформить протокол. Сложно в деньгах сказать. Скажите, а сколько на это может уйти времени? Часа три, да. Но, чтобы точно вам сказать, основываясь на научных данных. Нет, нет, я имела в виду, сколько может уйти времени для того, чтобы подготовить таких специалистов. Он вас что, укусил? Вы меня не слышите, что ли? Послушайте, женщина, надо собрать консилиум, как я сказал, да, провести анализ, архивы подобрать. И потом только мы в 2045 году мы подготовим первых специалистов. Понимаете? И они смогут начать разработку программ обучения остальных специалистов в этой области. То есть, по-вашему, мы только к 2045 году сможем узнать, сколько подготовить? Готовится специалистов? Нет, к 2045 году мы только начнем понимать, о чем он вообще говорит. А сколько нужно времени, чтобы такой человек, как вы, перешел от образования к работе? Пара кликов. Заходишь на HeadHunter, регишься, проходишь KYC, оставляешь свое резюме и welcome to the team. Угу. Ну, отлично. Что ж ты за шарлатан-то такой, а? Демон ты! Хейтер! Мордосиля! Бумер! Юлдыга! Тролль! Лободыр! Рафляга! Баламошка! Азаза! Сука! Пипяо! А! В нашей студии звоночек, и следует отметить, что это первый звонок за всю историю нашей программы. Мы слушаем вас. Добрый вечер! Добрый вечер. Добрый. Очень интересная тема. Я бы хотела обратиться к Альберту Карловичу. А, Галина Кондратьевна, это вы? Здравствуйте. А что случилось? Заседание кафедры? Старый придурок, ты меня на даче закрыл и ключи забрал. Спасибо, Галина Кондратьевна. Придурок! Так, пора заканчивать нашу программу. Напомните, где мы ее дополнительно увидим? На моем YouTube-канале Crazy Jim, а также в телеге и в Clubhouse. А где можно будет дополнительно почитать? Студенческая газета «Вечерний факультет», и мы еще на стенде сделаем вырезки. И я фломастером напишу «Важно». Спасибо большое. Спасибо всем большое. До новых встреч. Послушайте, у меня еще небольшая ремарка по поводу тубуса. Можно я все-таки совершу сие? Пожалуйста, очень вас прошу. Мне очень нужно это сделать. Иди сюда. Ну, вы знаете, поговаривают, что совсем недавно в Киеве открылась новая кавказская стоматология. Чего вы начали смеяться? Рано еще. Сейчас я вам расскажу, какой у них девиз. Кавказская стоматология. Я твой рот делал. Ну, вообще, по статистике, в очереди в государственной стоматологии люди молятся в два раза чаще, чем в любой церкви. Друзья, прямо сейчас мы предлагаем вам посетить обычную стоматологию. Под ваши аплодисменты. Не бойся, главное. Этот врач посмотрит. Если будет кариес, то полечит. Да, родители сказали, это хорошая клиника. Бабушка, а ты будешь лечить зубы? Я? Нет. Если я в этой клинике зубы плечу, я месяц кушать не буду. И Барсик тоже голодать будет, да? Давай. Ну что такое? Здрасте. Добрый день. Добрый день. Вы к нам на прием? Да. Вы записывались? Нет, но у нас экстренный случай. Ага, я постараюсь найти для вас окошко. Окошко? Да. Не надо окошко. Он через окошко может избежать. В смысле, время свободное. А, это да. Слушай, Викуся, ну если нет времени, давай в другое время. Саша, какое другое время? Перенесем. Хватит! Не будем мы больше переносить. Ты две недели переносишь и переносишь. Он уже щека, как у бульдога.
А ты, ой, ничего страшного, чесночок приложим, самогончиком зальем, пройдет. И что, помогло? Ушел в запой, гаденыш. Видишь, внучек, за зубами следить надо. Он, бабушка, не уследила, и все. Дед мои зубы, гадина, в трусковец забрал. Викуська, пошли домой, а? Ну, серьезно, сегодня такой день, ну все. Какой ты? День, Саша, у тебя всегда? Вот такой вот день. Давай, как мужик, терпи. Вы знаете, он еще со школы боится зубы лечить. Ага. У него в школе заболел зуб и... И что, до сих пор терпит? Да нет, тот зуб в школе я ему портфелем выбила. Мы с ним так познакомились. Вы не волнуйтесь, у нас очень хорошая анестезия. Сделаем укольчик и ничего не почувствуете. Ой, зачем вы про уколы сказали? Он уколов еще больше боится. Ему как-то вкололи что-то не то, так у него потом попа была, как у макаки. Вика, ну зачем сейчас при людях это теребить? Так у нас колик не в попу. А второй раз ему вкололи в десну. Так у него лицо было, как попа у... Вика! А, расскажите, как зуб повредился? Фисташка. Была нераскрытая. Да, я знаю это, я попросила тебя ее раскрыть. Ну, я предлагала молоточком, а ты ничего страшного, зубами быстрее будет. Вот. Вы только не волнуйтесь, у нас работают профессионалы, вам обязательно помогут. Все, я пошел, Вика. Куда ты пошел? Ну, мне надо. Куда тебе надо, Саша? Ну, я не могу сейчас при людях сказать, куда мне надо. Ну, чего ты, и так понятно, что обделается сейчас тут. Не обделается, садись. Он в прошлый раз через вентиляцию выполз. Ничего в этот раз не выползет, засранец. А вы поплакайте, так меньше хотеться будет. Меня бабушка учила. Слышь, малой, а ты в курсе, что ты малой, и тебе будет делать без анестезии? Саша! Ничего, ничего. Бабушка пошепчет, все пройдет. Ути-пусти-пусти, чу-чу-чу-чу. Саш, ну перестань. Пошли. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Давай, садись. А, Вася, нет! Ты, давай, давай, давай. Ну, Вуся! Давай! Я не хочу в этой дешевенькой поликлинике быть. Я хочу обратно в ту дорогую клинику, в которой я раньше обслуживалась. Нет, мы туда больше не пойдем. Потому что твой передний мост стоил мне столько же, сколько мой задний мост на Гелендваген. Да он вообще дороже, чем мост на Троещину стоил. Вот эти вот твои рэкеты. Рэкеты! Я все правильно сказал, это рэкеты. Как так может быть, что дороже, чем комплект зимней резины? Как ты можешь сравнивать зубы и комплект зимней резины? Согласен, некорректное сравнение. Без зимней резины жить нельзя, а без зубов можно. Давай, давай, иди садись. Слушай, ну я не могу, здесь одни нищеброды. Я тебе говорю, не нищеброды, а пенсионеры. Ты все время путаешь, садись. Тем более тебе тоже уже не 18 лет, я не готов тратить на тебя такие деньги. Извините, вы к нам на прием? Да. Нам вот это отбеливание, венеринг и шугаринг. Это все вам? Не, ей отбеливание и венеринг, а мне шугаринг. Сколько это будет стоить? Подождите, не говорите. Сделайте мне сначала анестезию. Вы шутите? Анестезия – это очень серьезная процедура. Если ее сделать, полдня не сможете разговаривать. Полдня? Тогда сделайте ей две. Чтоб хотя бы на день хватило. Бабушка, а если я положу тот зуб, который мне вырвут, под подушку, то фея же принесет мне денежку. Ну, конечно, внучек. На меня даже не смотри. С тобой эта схема не работает. Девушка, можно прайсик посмотреть, что там у вас? Да, конечно. Да. Простите, молодой человек, а это с вами здесь и сделали? Нет, это у нас самолечение. Викуська, пошли домой, а? Так, Саша, не пойдем мы домой. Дома он с
соседи думают, что мы каждый день любовью занимаемся. Причем стонешь только ты. Мне кажется, мы единственная пара, которая не занимается любовью, потому что у мужа голова болит. Я занимаюсь. Янка, тут нормальные цены. Это ж доллары, не евро? Это в гривнах. В гривнах? Ха! Янка, мы тебе можем поставить вставную челюсть. Хочешь? Нет. Я хочу. Не-не, бабуля, у нас с ней другая система взаиморасчета. Вам она не подойдет. Что, мне подойдет? Мне не подойдет. Смотри. Ладно. Тут все есть. Буся, Буся, тут брекеты такие дешевые, а я хочу, как подружки мои сделали. Вон, сделали себе такие красивые, с бриллиантами. Вон, Наташка сделала недавно брекеты с бриллиантами, и все, ходит счастливая, улыбается. Наташка дура твоя, она не туда брекеты поставила. Ей на ноги надо было ставить, там больше проблем. Хорошо, давай тогда мне удалим зубы мудрости, а? Лицо будет уже. Это, между прочим, сейчас очень модно. Яна, у тебя от мудрости остались только зубы. Пускай будут. Ё-моё. Так, все, мы вам все сделали, как договаривались, да? Здоровые зубы оставили, все остальные удалили. Улыбнитесь. Ой, красота. Красота. Викуся. Лучше пускай будет один больной, тем вообще зубов не будет. Идет. Саша, ну успокойся. Приходите к нам, когда будут денежки. Ну, на морковку не налегайте. Маручка, что там у нас дальше? Так, значит, вот мальчик по записи, ага. Но есть еще экстренный случай. А, экстренный случай. Mm-hmm. Так что у вас? Это чеснок и самогон. А, не-не-не, мы натурпродуктом не берем, только деньгами. Нет, это самолечение. А, давайте тогда заходите. Давай, Саша, иди. Саша! Как ты делаешь, дядюшка? Саша, успокойся и... Да иду, иду уже, все вы начинаете! Все вы начинаете, иду я уже! Саша! Дала бы ему выпить для храбрости! Да если он сейчас для храбрости наберется, так проблемы с зубами будут у стоматолога. Здрасте! Слушайте! А у вас бывает такое, чтобы все от страха, наоборот, в кабинет дантиста ломились? Нет, обычно наоборот, все заходить боятся. Сейчас будет. На тусик заходи, ласточка. Бабушка, а тебе не страшно? Нет, внучка, мне после платежек за газ ничего не страшно. Понимаете, у вас там написано, с животными нельзя. Я думал, она на улице подождет. А она цепь перегрызла и... Вот. После карантина она такой стала? Нет, это мы после свадьбы себя так запустили немножко на Медовом. Господи, милок, как же в тебя угораздило жениться вот на этом? Понимаешь, бабуля, дареной дочке депутата в зубы не смотрят. Правильно говорится, дареному коню. Ну, можно ее и так назвать, конечно. Я такое видела только в ужастиках. А, в ужастиках? Я ужастики уже не смотрю. Не страшно мне. Так а что же вы раньше ничего не делали? Не замечал? Да, закодировался недавно, увидел. Туман отошел. Ай! Ей плохо? Нет, у нее зубы мудрости режутся и выдавливают остальные. Ох. Ладно, давай тебе зубы мудрости уберем. Давай. Бабушка, она похожа на Годзиллу. Нет, внучек, эта девочка, видишь, в детстве плохо чистила зубы, и вот что получилось. Мне кажется, она в детстве обидела зубную фею. Не, мальчик, она ее сожрала. Так, вы будете удалять или пломбировать?
пломбировать, пожалуй. Нет у вас пломбы на все и лицо. Вика. Что, болит? Вика. Да нет, с этим все нормально. Нужны деньги и все на два зуба. Такой страшный кариес. Не, я что-то рукой так махнул, и все. У доктора нет двух зубов. И, кстати, этот беззубый сказал, чтоб за ним больше не занимать. Отлично, зайка. Поехали в платную крутую клинику. Оплатить будет он. Сам? Да ну, блин. Бабушка, мы идем домой. Нет, мы в очереди посидим, доктор оклемается и первые будем. Слышите вы? Она кровь почуяла. Валите, сейчас такое начнется. Ой, ой, спокойно, Сетина. 23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.